Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня я покажу вам, как надевать парик правильно и как обрезать сетку на парике. Для начала нам понадобится вот такая вот шапочка. Они бывают разные. Есть, получается, с такой сеточкой, а есть полностью слитная шапочка. Но в данном случае я покажу вам такую. У этой шапочки есть два конца. Один как бы такой необработанный, другой более потолще. Для начала мы продеваем эту шапочку через себя, вытаскиваем все волосы и эту толстую часть оставляем по линии роста волос. Вот здесь вот, где заканчивается сетка, есть такое углубление, ну вы сразу сами поймете. И это углубление как раз таки для ушей. Получается держать так, и нам как бы надо нырнуть головой в парик. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вы все поняли. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!